На Алтае ищут молодчиков, которые на снегоходах охотились на краснокнижных архаров. Погоню устроили в Сальюгемском национальном парке. Несколько человек преследовали животные и в итоге поймали его. Удерживая барана за рога, с ним сфотографировались, а затем попытались привязать к снегоходу. Дальнейшая судьба архара неизвестна. Сотрудники парка передали ролик в правоохранительные органы. Охота на краснокнижных баранов категорически запрещена.